Всем привет! Ремонт у нас продолжается. Вот сейчас небольшая обзорная экскурсия. Здесь будет дверь направо. Здесь дверь в эту студию. В общем, поддоны мы всегда стараемся делать вот так. Окончание работы — почтовую отделку. Тут у нас будет стоять кухонный уголок. А здесь у нас будет стол. Здесь у нас будет мозаика. Ну и, соответственно, занавеска. Оставляем для стиральной машинки. Я рекомендую лучше, наверное, делать принудительную вентиляцию. После того, когда у нас удачно были сделаны студии и сданы все в аренду, образовалась одна такая небольшая неприятность, которую вам сейчас покажу. Вот, у нас пожили здесь 2 месяца люди и съехали. Ну, сейчас я вам покажу, к чему приводят ошибки, незнание того, как правильно устанавливать канализацию. Сейчас приходится все долбить. После того, когда у нас удачно были сделаны студии и сданы все в аренду, образовалась одна такая небольшая неприятность, которую вам сейчас покажу. Пойдем. Ну, проблема в следующем. Мы, конечно, как люди, впервые сталкивающиеся с этим насосом, да, который у нас принудительно выкачивает и перемалывает смесь, вот, проложили коммуникации сюда. Вот, мы пожили здесь 2 месяца люди и съехали. По причине того, что когда это все дело смывается, сюда вытекает, не буду говорить, что, да, я думаю, вы все прекрасно догадались. Вот. И, соответственно, как эту проблему нужно было решать. Мы пробовали разные варианты. Пробовали замену клапана. Вот. Постоял до этого здесь пластмасс воробной. Он несколько раз у нас обрывал. Вот. Что приводило к течи. Соответственно, был небольшой здесь поток воды. Сдулся ламинат чуть-чуть. Вот. Это вызывало разные проблемы. После чего мы пришли к решению заменить клапан. Тоже проблема не решила. Вот. А дело в том, что насос дает сильный напор, вот, а у нас был неправильно поставлен клапан. То есть, точнее, не клапан, а проведена вот эта вот труба, которая ведет, ну, на слив, да, она у нас там пробок стоит. И мы поставили где-то здесь ее. И получается, дает сильный толчок воздух, и как бы все выходит обратно. Вот. Мы приняли решение, думали, размышляли. Что-то здесь экспериментировали, но пришли к решению о том, что надо здесь, нам будет все сейчас долбить, поэтому сейчас его будем убирать и отводить дальше. Делать здесь переходничок, класть трубку вот так, вот, чтобы давление давало сразу напрямую туда, вот, а не так, как есть вот здесь вот по факту. И я думаю, тогда эту проблему решили. Вот, ну, все, у нас в жизни достигается ценой, как бы, как говорят, за опыт нужно платить, вот, поэтому я думаю, сейчас это несколько дней, конечно, у нас продолжится, вот, но тем не менее мы отправляем всю эту ситуацию с ценой того, что мы там, у нас недвижимость будет простаивать, и, соответственно, немножко мы попали на деньги, скажем так. Этим заниматься. Делали, потом сейчас приходится все долбить, выдалбливать, вот, добираться до сантехники, которую подводили, и выводить в угол. Чуть дальше вот сюда мы будем его ставить. Все это дело касается вот этого насоса, который стоит, он у нас неправильно срабатывал. Всякое бывает, вот, как говорится, набираемся опыта, вот, из этого, видимо, никак не получается.